Он спешит к нам навстречу, знакомый многим иркутянам, сегодня житель Хабаровска. Валерий Почекунин говорит, что здесь, в командировке, решил на время уйти с экрана. Теперь отвечает за связи с общественностью в крупной промышленной компании. В плотном рабочем графике он нашел полчаса на воспоминания. Успеваем задать несколько вопросов. Любимая программа на Аисте, конечно, «Новости сейчас». Она добавила седых волос, но именно с нее началась популярность. Да такая, что удавалось разворачивать троллейбус. Нам надо было ехать в Солнечный, а троллейбус ехал в аэропорт. А мы сообразили уже, когда сели в этот троллейбус, не в тот. Ну и попросили водителя повезти нас туда, куда нам хотелось, то есть Солнечный. И водитель говорит, ну давайте спросим у пассажиров, согласны ли на это. А там было 3 или 4 пассажира, это время-то уже было позднее. Пассажиры сказали, да ладно, там же можем проехать через Солнечный в аэропорт. Мы потом проехали через Солнечный, я поехал дальше в аэропорт. Он и сегодня ездит на общественном транспорте, так и не собрался сесть за руль. Хорошая привычка ходить пешком, а от плохой избавился. 5 лет назад Почекунин бросил курить. По складу ума энциклопедист Валерий Геннадьевич сам, как ходячая энциклопедия регионального телевидения. Как вы думаете, вот в как бы истории регионального телевидения какое место занимает? Ну, первое. Я даже другого места и не нахожу. Первая студия не государственная. Насколько я помню, она и третья, кажется, за Уралом появившаяся негосударственная студия, третья по счету. Вот, поэтому, конечно, первое место. Аисту отдано без малого 20. За это время Валерий Почекунин провел сотни эфиров, сделал 1000 репортажей и воспитал десятки молодых журналистов. Тех, кто пришел в телекомпанию с дипломом, но без практических знаний. Каждая старшая, сравнивая себя с последующим поколением, говорит, мы работали лучше. Ну, хотелось бы так думать, конечно, сахар слаще, трава была зеленее, это все понятно, это греет, может быть, самолюбие чье-то, когда человек так говорит. На самом деле, каждое поколение, оно интересно по-своему. Каждое поколение что-то создает свое, поэтому что-то сравнивать. Зритель смотрит, и это смотрел зритель, и то будет смотреть. Значит, все интересно. Дорогу на экран для себя Почекунин не закрывает. Замечает, в жизни бывает всякое. Вот, например, сам того не ожидая, вернулся в Хабаровск. Он здесь родился, в 65-м. Тогда родители решили переехать в Иркутск. Сегодня все решения он принимает сам. Далеко идущих планов Почекунин не строит. А в ближайшее время поддерживать связь с Иркутском собирается через хоккей. Говорит, что возьмет абонемент на матчи по хоккею с мячом и обязательно посетит выездные игры «Байкал Энергии», когда она будет в Хабаровске встречаться с местным «СКА-нефтяником». Вера Рыжкович, Александр Мокин. Новости сейчас.